Так, магов нету, да? Где там она, блядь, это рыба ебучая? Кушайте рыбу. Так, ну это самое, ну этот Владюха, Шепард и первый тролль. Вот будет зеленый червяк, да? Угу. Который вылазит второй. Вот первое забираю, да? Вы его особо сильно не расхуяли. Который кислотная, да? И, да, который кислотный, который будет вкопанный. Вот как только черви выйдут. Вы все три на пула свои дайте в меня на этого червяка. То есть и бурсты, и всю хуйню. И потом второй на пул не давайте, когда он еще не закопался, а давайте второй, когда не перекопались. И именно в того, которого мы будем добивать, который станет ходячим. У него мало хп уже будет. И вы в него дадите. А потом настоящим я уже наберу. Там уже похуй, как будете нам пул давать. Ну мы сейчас в прошлом рейде убили червя до того, как он закопался. Не факт, вот, что ну тем так. Более, да. То есть, я думаю, захуярите. ДПС ну, нахуя тут. Все рыбу, рыбу кушаем, бафаемся, раскидываем все, что есть. Сейчас захожу. Монкис. Да, еще несет. А в одного танка? Да. Да, да. О, интересно. Я танчил в одного и протоваром, и мишкой, нахуй, и протопам, всеми, нахуй. Ну, мишкой сложно, да, если мишкой напулов. Сложно. А ну, я сейчас без ДКшника, без напулов, ебать, вообще. Тут три напула, пиздец, вообще, можно любым танком. А я не могу вышел, да? Ладно. Все, монки можешь кинуть, а, ты кинул уже. Че у нас, все, что ли? Это все бафы, которые есть, что маловато, да? Ну да, груль у нас, по сути, активный баф, и все. И паладины. Так, ну еще раз пройдемся. Скажу кому что. Выходит первый босс, убьем у ворот. С огня выбегаем, рейндж набираете, все РДДшники в центре хилы стоят. Сноубальда под жопу босса и его убиваем быстренько. Забьем, когда этого босса там кинешь на себя. Боб, все типа ок, будет, сбросишь стаки. Вот, выйдут черви. Бьем огненную, пока не вышло кислотное. Продамаживаем, насколько успеваем. Лазит кислотная, сразу же в кислотную свечимся и весь ДПС кислотно. Прожимочки все скидываем и дамажим. Вот, огненную это время отводят. Кислотную бьем, немножко раньше между друг другом надо будет РДДшники набрать. Перед тем, как будет плевать кислоту, я предупрежу хила, нужно будет внимательно смотреть. Вот, на кого плюнуло, потихонечку двигайтесь РДДшники, там, когда вы менталки кидаете к танку. Вот, закопались, танк разморозил, тех. Все, убиваем огненную. Скажу, огненные брызги сейчас будут, нужно будет разбежаться и попал, нажмешь стяжку, чтобы меньше урона по рейду влетело. Вот. В принципе, все. Убиваем червя. Вылазит рев, все у щитов орды. Откидываем все в одну сторону. Я буду говорить, на кого бежит. Хант, если есть возможность, ты недалеко от человека, на которого бегут со стороны безопасной. Ты помогаешь убежать духом. Потому что ускорения не будет. Все, давайте, запускай, поехали. Выпейте фласочки, я забыл сказать. Сука, фласку не взял, блядь. Есть у кого-нибудь этот банк? Есть на АП, но она это, алкашка. Тебя прокачивает? Да любую, я охуел, вообще не выпил. Где ты там, блядь? Сейчас я банк же поставил, вроде есть там. А. Нихуя нет. Все, ладно, пока выпью одну алкашку. Да, потом успею. А, у тебя алкашная есть? Да, я думаю, потом даст мне кто-нибудь продаст, забыл сделать. Обухивайтесь, да, кто там панды. Ой, кстати, ты не поел. Хожу во тьме, микрофон. А, это у Жени? Да, выключил, что сорян. Сейчас Сноубальд полетит, готовимся. Так, сейчас. Сноубальд на бизоне, сыграли Сноубальда. Сочки. Сноубальд сейчас полетит, готовимся. В РДД Сноубальд подведите в мире. Залили Сноубальда. Ближе к дропе. Вот так, отлично. Вообще быстро унесли, красавчики. Блять, я в уже отлетел. Дашь БР. Хотя не надо, выпейте припот на перифазе.
И резните, пожалуйста, ну, если есть. Сначала Сноубальда убейте. Сноубальда убиваем. Чтобы можно было резнуть. Все, кто может, дайте резнуть тролль. Вот на хосты максимум. Давайте резаем. 3%, сейчас будем резать. Давайте, давайте, давайте. Вы это прохиливаете? Должны успевать. Все, отлично, вставай. Киньте ему какие-то бафы, там каску хотя бы. Обдотайте огненную. А, поехали в кислотный. Геру. Все, выливаем все максимально быстро. Скоро плюнет, хилы, готовьтесь. Кент, на тебе, потихонечку двигайся к танку. Давайте, давайте, сейчас, наверное, все-таки успели докопаться, потом добьем. А нет, успеваем. Все, красавчики. Поехали в огненную. Заебись. Вот сейчас, на пуле. Когда я скажу, нужно будет разбежаться. А у всех, тест, но... у всех баг, что у всех баг, да. Пошли, пойди такой же баг. Я скажу, когда будет брызнет. 15 секунд еще до них промажем. Семь секунд добавить. 5 секунд, разбегитесь, наберите раньше. Бьютор ДД, медики стоят, в очке ждут брызгать. Все, плюнул. Отошел слип потихонечку, как-нибудь аккуратненько, ребабл нажми. Остальные дамажи. Все, к нему не подходите, он в центре. Давайте добиваем. Отлично, хорошо идем. Ждем. А, бля, что, не добили? Давайте добьем. Да, да. Добили. Все, осторожно, все на стороне орды стоим. Клуба готовься сбивать, не забывай. Хилы упор друг друга не стоите. На пул. На, когда он врежется, оставьте. И давайте, когда он врезался в стену, чтобы от вашего больше дамага было больше на пул. Молодюха, поднажми. Первый тролль тоже мало даешь, ничего. Не видел, не вижу. А вот первый тролль в себя бежит. На карте показываю. Поехали. Забиваем ногами. Ебать, ракетка на 40 косарей вылетела. Поближе держитесь, ДДшники, которые на максимальном уровне, чтобы вам могли сальву дать. Ой, сальву дать. Ну, понял. Владуха на тебя бежит самого. Вижу. Все, забиваем его ногами. Ну, чуть-чуть поменьше урона, чем в прошлом рейде, но все равно много. Да, охуенный ликвез. Заебись. Ну это, пока там не это самое, не убили, блять. На ретрика ролю мы. По сути, мне тут ничего не надо, с этого инстанта. На ретрика ролишь, слит на тебя бежит. Ну, да. Хорошо. Там, по сути, по-моему, и шмота нет никакого. Ну да, тут, по-моему, СРП вообще падает на ручь. Остальное на офисе. Жезл, блядь. Где он нахуй? Роль тебе, если кому-то нужен жезл. Пизду, короче, не буду писать правильно. На трансмог роль. Скипетр, не надо, он мне нужен.
Тебе нужен? Ну, конечно, у меня осады. Ну, наручи рольну на это, на комплект. Рольте, кому в спек наручи нужно рольть. На комплект с блоком тыкну. Все, никто больше не собирает. Чтоб вчарить на блок что-нибудь. Так. Монки, косты твои. Ты всегда сидишь на боссе, забираешь косты. Пуржишь, но тоже только ты это пуржишь, кроме тебя некому. Стаки обязательно смотри. Запускаю потихонечку. Ворота и вулкан максимально быстро играем. Ну, Коба, поскидываешь станы там под конец, как ты знаешь, чтобы не появлялись, это работает. А Кент, скидывай СС по КД над рулем. Забыл сказать. Там о, хилить. Че? А, стоумирал. Первый тролль пробафить. А, есть у кого-то фласка на ПБКшная куплю? Есть такие люди? А ты без БКшной заебись нормально. Да, хуйня, что 8200. Что, нет ни у кого, серьезно? Что, у нас миликов нет, что ли? Шапки где-то, где-то, где-то. Ну, их давно не брал уже, блядь. Надо еще рецепт выучить, чтобы она больше АП давала. На сове выучил, но спалил. Да не, мне БКшная нужна, я же сказал, пьем все БКшные. Такое у меня у самого есть, ребят. Короче, там на вулкане прожимка у меня только на 6 секунд на рейд. Поэтому, ну тут сдохнуть могут только лог, шаман. Стяжку на 6 секунд. Эту я дам, да. Но она на 6 секунд минус 20%. Правильно мне показывать? 10 секунд сейчас вот будет, да, будет до начала. Я что хотел сказать, роги, нажимайте ложный выпад. Надеюсь, он у вас на панели. С минус 50% урона по области дает. Вас спасет на вулкане. 6 секунд действия. Охуенная тема. 3 секунды на начало ждем. Косты я не сбиваю на палец. Монки сбиваю. Сейчас там одно сбить. Да. Теолог и тоже заливаем. Надо все заливать. Волс играли в ворота? Есть там? Первый тролль похитить? Владуха, на тебя огонь, убегай. Кош. Телку залили? Ага, хорошо. Бейте телку, чтобы она косты не резала никому. На стаке я там не вижу, если что. Прохильте с аргираем. Огонь, первый тролль. Сильно далеко от хилов не убегай, но беги, не стой на месте. Скоро будет вулкан. Второго, я думаю, не будет шепарда прохильте. Вулкан сыграли все? Все, вулкан. Прожмите свои способности на защиту, которая у вас есть. Любые. Дал массакру, каплю кенду. Лево против голема. Огонь на владуха убили. Побежал. Все нормально, прохилили. Отлично, добиваете голема, кайфу у босса. Сейчас ворота, когда появятся, ворота сливаем, телку не бьем. Добиваем босса. Сука, блядь, не дают подамажить. Шепард прохить. Скоро будет ворота, напьемся. Может, развернешь босса, чтобы... А, не, заебись. Ворота играю. Помогу вам, побью их тоже. Все, добиваем ворота и фул босса. Да ты заебал. Первый тролль прохильте.
стаки. Я все забрал, что я вроде убил, показалось стаки. Отлично, воздуху прокиньте. На всякий случай. Сферу ранить. Слит, ты не будешь плащи на дух ролить? Если что, это не вопрос, это утверждение. Кольчужный роль тебе кому нужен? Почему? На дух? Сейчас разъебем, блядь. Плащи ролишь? Не нужен никому на успехи куда-то еще? Ты ему линкани два плаща скажи, блядь. Какой тебе, такой или такой? У меня есть такой же. Роль на трансмок или на диск? Давай на трансмок, ну я, в принципе, может быть, на хпала одену. Если надо будет на МП5, конечно. Ну ладно, если тебя одеть, давайте. Парольте кинжал, ловкость у нас. Надо кому? Да вон, Шепард же хотел, сейчас играет на мечку. Ой, блядь. Так, отходим все от центра, сейчас эти чемпионы будут. Давай, давай, хорошо. Ну что, как тяжко будет, да? Миликем почти полностью. Почему? Все, просто контролить сложно будет жуков. Ну, покаяние будут давать паладин. А сколько КД у покаяния, кстати? Минута. Минута? Ебать. Ну, плохо, что могу сказать. Ну, у нас... Только у Ретрика же покаяние, тоже да. Хуёво. А мы можем попробовать за одну закупку перевести? Нет. Урона много, в принципе. Не, лучше мы с Герой он переведем на 30%. Не-не-не, он без Геры переводился. Но мы с первым стаком шли, у нас было больше урона немного, мы не успевали. Зато мы на вторую закопку его спокойно 30% довели и Геру нажали. Он вылез уже практически мертвый. Понял. Были шансы, были перевести. Там сова ебаная, один милик ДКшник. Так, ДКшник, отлично. Локал, ты здесь? Ну, понятно, что у тебя три контроля. Локал поконтролишь ДКшника, корни, ветер, хорошо? Отлично. Так, Кент, тебе нужно будет поферять друида. Хорошо. Он твой. Ты не ЖК яды будем на отхил намазывать? Нет, не нужно здесь яды. Здесь больше так несешь, в принципе. Я вот не знаю, кого вам бить. Если ты будешь гриппать Алису. Забиваем мы Лока сначала. А, Ханта сначала. Ханта, потом Лока. Он ближе. А, еще ближе да. Шаман, если с той стороны. Да тут дело не в близости. Тут дело в том, что пэты вот эти будут охуенно сильно мешать. Ну да. Так, по контролю у нас что еще там есть? Монки, тебе нужно будет шамана кидать жабку и сбивать косты. Да понятно, что можно это сделать. Так, что у нас еще осталось? Блять, контроля вообще хуй да маленько. Ну, покаяние надо будет кидать паладину. Коба покидаешь покаяние. Или хотя бы в каст его вкинь, чтобы он кастом сбил. Вот. И я тогда на себя возьму чернокнижника, буду ему касты сливать. Дистанция, которые достану. Да, это надо сидеть прям. А, ну да, блайнд. Ну, насчет станов надо сидеть. Да, если есть блайнд, скидывайте вполне его просто и все. Я запомнил, да? Ну, все. Ну, в принципе, все. Главное, если на вас садится милик, бегайте, не ждите, когда вам развалит. А он тут один. Бафа еды нет. Давайте поставлю баф еды на всякий случай. Кушайте, кто не ел. Че ты, че слит? Да, тут очень сложно будет вывести, тем более он один, тут проще его законтролить. Чем там что-то стоять, ждать. Геру нажмем, быстро ханта убьем. Вообще не думаю. Все, все поели. Там что по фласкам. Вот так и не поел. А, да, сейчас. Вот, ну, блин, я даже не знаю, куда тебя посадить-то. Наверное, по контролю. Я там разберу, что-нибудь разъебу, там по дискрепции. Вот сову себе запомни, потому что там фир быстро очень закончится, ее нужно будет в косты вкидывать стан. Угу.
Так, я сейчас печать на стан включу, блядь. Ну все, в принципе. Так, все, давайте. Я притяну и будем заливать. Две время на пул и поехали. Где он, блядь, это на ебаный на пул? 5, 4, 3, 2, 1. Ну ты сегодня. Ебать, а че он не притянулся? Ну забегаем туда, бьем. Бейте кого-то другого, блядь. Да не, забегаем, бьем. Давайте Геру, раздайте свои контроли. Вот, смотри, какой у тебя маловато. Я 50 на 50 сдал, хлепал, частицу кидай, да. Хит. Массовыми не бейте. Побежал ДКшник, бегать от него. Я играю, побегаюсь там. Рядом кто-то тебя раздамаживает. Давайте добиваем быстренько, быстренько. Давайте быстрее, быстрее. Долго бьем. Хорошо, в крест потом сразу. БР, дай ему, пожалуйста. Блять, вы я встану. В крест сыграли, в крест. Сакру, да. Крест, убили крест. Где он, блять, ебаный крест? Вон он. Прохиливайте, прохиливайте. Да, блять, он под оковом бежит, ебаный говно. Вливаемся в крест сильнее. Коба там диспель, помогай на ретрике, блять. Я в эфире побегал, пиздец. Я же вас тоже диспей люблю. С вашу цель убивает кого контролить? Можете другого скидывать контроль? Давайте быстрее набираем. Печать маловская, на стан хорошая. И в ромб сразу, он у ворот, где мы начинали. Заходили в инст. Бежу не там, но у ворот. Добивайте, добивайте, че убежали-то рано? Все, добив, все, поехали. Хожу во снега, придал. Можешь на другого пересесть, мы на ромб дамажим. Ага. А я тут... хуй чем помогу. Ну вот печать на стан прокает иногда. По хилам сало дал. Массовая битва в ротации есть. Моих жаб кто-то сбивает постоянно. На холипала можешь сесть. Потому что там жабку, наверное, я сбиваю уже. С фул стан по хипалу, да. Ну это ДКшник осторожно, может пизде дать. Я даже хожу, беги. Валивайте. Я что-то его хожу называю. Добиваем, потом давайте в саму лам, блядь, сыграем. Да проще добив... ДКшника, он заебет. Хилов лучше в контроле. Да его контролить легко лохну. Давайте лучше хила убьем, так ну, да. Самула заехали. Он что, на бредит, в принципе, да. Я в локле уверен, он всегда контролит до конца, я его могу всегда напоследок оставляю. Ну, друид тем более, там железный контроль. Ну, заебись, убили чё. С навальках не обосраться. 3 на пула, ну, в принципе, очень хорошо. Я половлю сверки. Ну, давайте, Вилана. Сука, ну дайте ей кастануть, я наготове удушение держу. Я такая же хуйня, почки. Ну и где почки, блин? А, на бабл нажала. Капля еще КД, блядь. Так, дал каплю, все, живешь. Сейчас урон, когда понерфили. Вот они, почки. Раньше сова, если у кого-то звездная огонь кастанет, все это минус. А тут сейчас ничего, терпимо. Фул стан. Все отлично. Не, блядь. Роль сферу. Там рулы на сферу, блядь. Ага. Блядь, слит кто-то уже ставил. Пацаны, ты снимались, блядь. На кого сейчас напуливать надо будет? На войду. Все, все паролили. На кентыч. Надо хант, энх. На энха вообще норм тема. Уже есть.
Ну, на офспек пороть. Вряд ли кому-то надо. На дис или на трансмок пороть. Тут главное не обосраться, тоже кого пробивают. Вот по области, опять же, роги ложный выпад жмите. Если видите, что хп у вас мало, вам больше шансов выжить. Да не, нормально будет. Что раз мы без напулов, ебать там. У нас кот, блядь, спринт нажал, побежал от босса, пизды, блядь, получил. Ну типа, я из расчета того, что мы как бы 50 на 50, вполне реально сделаем. Да не, не, реально вообще даже, очень даже. Я тоже уберем. Если не белый, я темную беру. Потому что я буду ловить сфер. С Ивова, если поиграю, будет вообще изи. И он меня не потеряется, когда будет массовое дамажить у белых. И меня я Геру не давал, да, получается? Ну, 5 минут еще КД. Не надо Геру, мы тут без Геру идем. А, я вот сам умирал. А то я себе Геру дам. Метки поставил, все в метке становятся. Хан только немножко позади, чтобы лишние сферы вас не влетали, и хилить было легче, чтобы кучка стояла. Ты когда панцирь сольешь и незыбку, скажи просто этому локлу, я же не свет, а 3 стакнет. Будешь жить получше. Я их не буду просто так сливать, я только под эти лоркасты. Вот, стоите все в метке, если нужно будет сменить цвет, я говорю сменить цвет. Когда перебегаете, паладин массакру дает. Перебежали, встали, подамажили. Если щит сбиваете, то каст монки сбивает. У него меткости хватит, если вдруг чё, то там страхует стану в самый конец. Вот, все, в принципе. Ну, рогом видишь, ГКД это влетает, а шаману нет. Да, похую, ну ГКД зато он не сдохнет. Как там было, если мы берем, то мы белый убьем или черный? Если берете белый, дамаж черный. Давайте вам черепок поставлю, чтобы было понятно. Если что-то будет меняться, цель, я буду говорить. Так, ну все, все у всех есть. Смотрите внимательно, может на булы. А у нас никто меткость не дает, да, кстати? Нет, никто не дает. Интересно. Так что если ты вдруг промажешь, то паладин даст стан. Ну, немножко тогда давай сбитие где-то там, чтобы было время это... еще другим сориентироваться. Монки не поел, а ты умирал, ладно, хер с ним. На пулы прям изо всех сил хуярить. Да. Сразу не бейте, только на пулы сразу. Потом подведет босса, поставит, можете бить, я скажу когда. 5, 4, 3, 2, 1. Все, ждем, только на пулы дамажит. Ждем, ждем. Сейчас хотя бы 100 тысяч наперед. Все, поехали. Машите, вливайтесь. Бля, тут столько белых, я поворот ебал. Скоро спецспособность, мы готовимся. Лить тоже поменяли цвет, да. Че я хуйню куда несу? Да, на темный поменяли, дамажим белую. Что-то, блядь, запутался сам. Кас надо успеть сбить. Не успели. Не успели? Нет. Видишь, захилить. Бля, что, переводи. Я заебланил, поздно сказал, сорян. Переводи, что? Поменял цвет. Блять. Что, дамажит сильно. Не помрите. Дамажите. А чё вы белый взяли цвет? Вы когда переходите, вы не тыкаете. Вы пиздец, блядь. Годите. С белой меткой дамажите черную. Взяли белую метку, у кого была ещё чёрная. Ну как будто первый раз. Чё, не успеваете опять, что ли? Вы чё, угораете? Ух. Вы серьёзно? Перебегайте. Не может не хватать урона. Вы, блядь, кто-то не ту метку держит. Вы сейчас должны стоять с белой и дамажить в черную. В смысле запутал? Вы что, сами впервые сюда пришли, что ли? Все, ладно. Есть еще шанс. Есть никакой геры, ничего нет. Ничего не меняете. Дамажите дальше в темную.
Кто поменял на белую? Блять, меня можно было прохилить. Есть БР в меня, локалский? Ну это пиздец. Прощай наш 50-50. Ну пробуйте еще пока. Давайте, давай, пробуем. В принципе, два человека. Хватает ДПС пока что. Если там мана кончается, говорите. Я вам ничем не помогу. Не могу эту сферу поймать, но не прохилить. Черную берите. Поменяли на темную. Все отлично. Перебегаете, стягиваем. Вы сейчас с темной дамажите белую. Поставил метку. О, кстати, скидывается. Квадрат поставил какой-нибудь. Да, у меня не забежено. Вы сейчас темно. Я уже вижу, кто-то, сука, с белой стоит. Темная воронка. Взяли темную. Я прожмусь, прохилите меня пока. Прохилите. Все, стоите. У кого сейчас светлое, вы должны побежать взять темную. Это хуйня если вы поменяете. Блять, хуйню поймал. Вы, блядь, не умри. Все. Сейчас смотрим. 8 секунд способность. Да, не пытаюсь. Кем-то раскол ебани там, кто сдохнешь. Белую берите, воронка. Поменяли на белую, все взяли белую. И дамажа теперь темная. Все взяли белую. Каплю тебе, да? Каплю. Перебегайте. Все дамажат сейчас темную. Видишь, он дотку вешает, ДБМ, черепок крестит. Да, что-то убил, молодцы. Сука. Ну что, раскола не было? И так добьете. Добьете, да. Поднажмите, да, сверка прям вас не мог поймать, сорян. Да, домашки, добивайте. Сейчас фитца бьете. Блять, пронесло нахуй. Вообще пиздец. Я затупил, да, базару ноль, но вы сами тоже смотрите за этой хуйней. Мне потому что из-за своей меткой, блять, из-за то, что вы там меняете, нахуй, ебать, у меня в голове там формула. Надо в следующий раз кого-то ставить или самому не бегать, ловить сферу. Кузнечку возьмите. Ебать, вы, говорит, аварийные, блять. Это всем можно ролить? Нет, ролят только кузнецы. Все, больше нет кузнецов. Я же кузнец, блядь. Ах ты, негодяй. Я забыл, что кузнец просто. Колечко. Надо кому-то на офспек танковский пароль. Так. По-моему, такой лежит где-то. А, блядь, только за дырки нормально. Блядь, броня. Кто броню собирает? Парольте сферу. Но то, что нам урона не хватает, даже со всем моим тупом мы должны были разъебывать этот щит вообще в ноль. Мы с Владюхой по четверке кинули. Ебаный. Все, ласт остался там, изи. Да, ласт слабо. Парольте шею с интой, надо кому-то с меткостью. На хэпала, ебать, возьму. Отуливаю, нах. Да, с меткостью. Он эрдру ролит. Носову, наверное. Хорошая носовая. Так, пока босс падает, рассказываю, что мы делаем. Начинаем, будем с босса. Бой. Сферы, блядь, тонус. Сука. Первый тролль ты сможешь позбивать? Я понимаю, что он первый раз, но тут просто некому, кроме него.
кенду очень нестабильно. Да я фраз сбивал вроде. Просто две сферы, да, сбиваю? Я объясню, когда дойдем тогда, как забивать. Я могу молниями позбивать стакин, да, и постоянно ебну. Может быть, жизни мало. Ну давай, позбиваешь лучше ты. Тут хотим 50-50 сделать, давай туда монки ты позбиваешь. Цель возьмешь, по металке покидаешь, да и все. Вот, молнию с собой сбиваешь, сразу сферу, на нее босс заходит. Выходит первая пачка мобов. У нас пант ебать его копать. Давайте, выходит первая пачка монки. Ты кидаешь пандаренам своим дальнего моба в сап. Второго моба забирает Войд. Его заливает под боссом. Стоится мало хп, я там ударю по второму мобу, что-нибудь придумаем, притягиваем, тоже убиваем. Выходит вторая пачка. Моба также контролит вторую пачку. Давайте, кто там контролит. Ну, давай, Коба, твой, твоя вторая пачка, ты кидаешь покаяние. Да, ну, если что понадобится, я скажу. Коба кидает покаяние. Или ты затанкуешь двоих, Войд, прожмешься? Слушай, ну хуй знает, лучше не знаю даже. Лучше давай, давай, Коба, давай, ты тогда покаяние кидаешь второй пачки одну могу. Я увожу босса. Все, моба добиваете первого, второго, когда первого остается половина, второго притягиваете, тоже убиваете. Босс закопался. Бопы. Все умеют, я надеюсь, бопы давать. Первый дает слит. Слит дает боб, все стоят, ждут. Этот боб, никто там не дергается, не думает, что ему не дадут. Если не дадут, это проблема паладина. Он обязан вам дать боб. Все, дали вам боб, осталось там 3-2 секунды, забежали. Следующий дает Коба боб. И последний дает Войд. Если босс выбирает в цель Войда, то есть танка, он прожимается и еще танкует там какое-то время, пока его сильно не начинает разрывать, потом забегаешь, сам смотри на свои хп, чтобы побольше подержать. Вот. Но без фанатизма. Да, рыбку сейчас поставлю, съедаем рыбку. Смотрите, это на пульщике такая тема, короче, вот жуки, первый жук идет, первый тролль его напуливает, и когда он подойдет под босса, первый, Гладюха напуливает. А Шепард... Напуливать Войда? Да, конечно, я же один танк. А Шепард, Шепард, тебе особое задание. Ты с пула босса напулишь, как сразу начнем бить на меня. И второго жука, который будет в сапе стоять, когда он подойдет, уже когда откадешься, кинешь на пул на меня этого. Именно второй жук. Все, и будет тогда заебись. Ну смотрите, сейчас, когда босс закапывается, и скоробеи идут, их все бьют. Но сейчас... починили, когда умирает скоробей, урон продолжает по вам идти. То есть, если вы набрали много стаков, 4 и больше, вас очень больно дамажит. Старайтесь не набирать больше 4 стаков. Если набрали больше 4 стаков, там, сдалека как-то дамажьте, бегайте от мобов, не подходите к ним. Иначе вы просто умрете. Это будет хуже, если вы чем будете просто бегать. Мы их потом соберем в кучу, дадим по ним урон, и они умрут. А, ну еще роги. Вот, надеюсь, на панели у вас плащ теней, такая хуйня, на третью фазу оставляйте вот эту ледяную метку, моментально прям кнопкой скидываете, потом паладин и бабл есть у вас, ну и у ДКшника там панцирь, хилы, чтобы вас не потеряли. Вот, он закопался, босс, потом вылез. Мы его продолжаем бить так же, как на первой фазе. Когда он вылезет, давайте первый ему даст контроль. Блять, у нас Коба, давай ты ему, либо сон дашь, либо покаяние, что у тебя будет. Дашь первой пачке дальнему мобу на второй закопке. Я буду все говорить, повторять еще раз. Вот, за 5 забили моба. Вышла вторая пачка. Второй пачке у тебя должно Коба откатиться что-то уже, либо покаяние, либо это. Тоже дашь контроль еще раз. Но нежелательно фир кидать, потом ты хуй моба соберешь. То. Подошли, когда мобы вторая пачка, я опять босса увел. Не надо его переводить, если вот-вот переведем, я скажу стопнули, стопнули. Лучше с Герой переведем и убьем его, потому что урона не прям ебать-ебать. Вот. Потом босс вылез после второй закопки, первая пачка выходит, мы ее забиваем. Ее контролить не будем. Как обычно ее забиваем, Коба законтролит моба. О, да. Блядь, смотрите, я какой нуб, смотри какой щит на мне нахуй, с чемпиона, блядь. Так, давай убьем, потом посмотрю. Вот, убили первую пачку, выходит вторая пачка. Сейчас ставлю метки, говорю, кто будет где контролить. Выходит вторая пачка. С трусов Коба филяешь. С ромба
Давай хант трапу кинешь, замораживающую сможешь. Я скажу, трапу. А? Можно понятно. Без трапы, пожалуйста. Ты пикс-то? Не надо трапу. Ну, блять, тогда давай слит. Ты пока. У нас же монки есть, слабый. Но у него она не бесконечная. Он ее даст, потом еще выйдет пачка. Ну смотри, у меня 3 контроля, у него 1 контроль у Шама. Ну, просто монки нежелательно выходить с мелизоны, терять ДПС, где-то его там сапать, а в мелизоне не сапнешь, потому что с него быстро собьют. Блять, я тоже буду ДПС терять. Ну ты хотя бы на РНЖ можешь кастануть фер. Ну давай, ладно, хорошо. Монки тогда законтролит с ромба. Выйдет вторая пачка. Она обязательно выйдет. Давайте вторую пачку, блядь. Кто у нас еще? У нас есть же эти, блядь, панды. Третью ледяную поставьте, а вот. Бля, ну пиздец, у нас с пандами всего 2. Но у меня должно откатиться покаяние, скорее всего, ко вторым. Ты, у тебя получается один фири сидит в это время, и ты должен будешь еще одного законтролить, либо лапой, либо этим покаянием. Нет, фир последним пойдет, потому что хуевый, он 20 секунд всего. Ну смотри сам. Короче, ты должен двух мобов законтролить с трусов, всему, которые будут выходить. Вот. И, ну хан, твоя задача. Если не получится, тогда постарайся слит зафирять. Если под босса подойдет, тот, который с ромба, третья пачка. Да, порошок это тоже за лупом. 15 секунд, по-моему, висит, это хуйня полная. Это в ВВК 25 он нужен, здесь нет. Все, я буду все говорить, у нас контроля хватит, слово будет. Поднажмем и убьем. Но тут просто фиять не очень хочется паладинам другим, кроме Ретрика. Потому что они либо не хилят, либо не танкуют. Ну если будет возможность, я ферну, если в моей РНЖ будет. Ну хорошо. Женя, видел? Там гангрена на полном. Слышишь, первый трон понял, понял вообще по поводу блопа, как с ним стоять, там когда забегать. Первый трон, да, я не чего? По поводу блопа. На переходной фазе. Когда за тобой бежит Ану. Ну в этом пятно в белое вставать и все. Нет. Значит, шипы бьет физическим уроном. Боб дает невосприимчивость к физическому урону. Когда на тебя кинули боб, ты должен видеть, сколько секунд он на тебе осталось висеть, этому бобу, и стоишь с бобом рядом с лужей. И когда остается 2 секунды, ты прыгаешь на лужу. Потому что когда закончится боб, тебя убьет шипы ваншотом. А если ты на луже, то лужа взорвется, и ты убегаешь. Понял? Вроде так и было. Ну все. Да, главное не забудь. Все, давайте готовность проверяю и поехали. Ну все, не забывай, Коба, ты контролишь пачки. Я увожу, ничего не забываю. Монки забивают сферы. Даю время на пул и поехали. Поехали. Мобов сразу не бьет, я буду говорить, когда видите. Поехали моба заливать. Метку поставил. Отлично. А где второй? Не знаю, где а второй. А что он стоит? Контроль сбить. Притяну. Сыграли в моб. Все в моба бьют. Все в босса вливаем. Выйдет скоро вторая пачка, готовимся. Давай, пачка вышла. Все босса вложу. А, вводишь? Это ну, блядь, самое. Ну все, я больше не переогрю. Ну, стаунтишь, ничего, до половины доведешь. Рефлекс, нахуй. Там, да, все, там. Опять забираю. Ну что вы делаете? Блять. Ну, то, сейчас что готовься. Слит, готовься, нужно будет кинуть быстро. Выйдите, служи все. Убивайте, на войде. Ты уже не выбежишь. Да, я не выбежу. Жука, добейте. Манки, не забудь сбить. Понял. Бегаем к воде. Кент, на тебе, беги быстрее. Дашь ему Коба, как сейчас на него шипы будут подъезжать. Уже рядом, готовься.
Давай, успеваешь, давай, беги-беги. Бьем с корабля. Сначала убегаем потихонечку. Беги-беги, заходи. Ты шо? Ну, Кент, ну ты успевал, если бы не остановился. Бэр, давай, подбегаем на лужу. Лужу собьешь, Монки, нет? Килл сдох. Он не даст уже, он сдох. А, стоп, я сейчас стану. Все, пизда нахуй. Да, бля. Кент, зачем ты остановился? Я не понимаю просто. Вот ты на вот эту секунду остановился, и тебе ее не хватило. Монки тоже не сбил лужу на противоположной стороне. Чего ты ждал, чего? Все, падаем. Да, давно уже надо. Да не, давай добьем, ебать. Немножко осталось. Да, серьезно вообще. Если вы сомневаетесь, успеваете или нет, бля, забегайте. Лучше вы раньше забежите, чем умрете. Не переагриваю босса, когда я его ввожу. Ну ты же знаешь, что я на втором. Это точке. Уже рефлекс, видишь, палец. Когда на кого-то срывается, у меня опять палец рядом. Кушаем рыбу, лапкаемся, поехали. А что-то заранее и надо было это как-то мне сказать, что это, блядь. Чтоб был готов, что ты забираешь. А я про эту хуйню забыл, что ты отводишь. Блять, недостаточно маны, блять. Мунки не забудь защиту от сил природы поставить. Да, помню. Может ханту тоже МП5 кинуть нам? Войд, поешь, рыба стоит. А я Войд, вот повешался бы. Подходим, давайте тратить. Жопу хуй. Уже нет такого ажиотажа. Снимайте скиллов жуков на переходке, а то за мной сейчас штуки 4 бегало. Давайте время на пол нажимаю. Войд, беги. 5, 4, 3, 2, 1. Жуки вышли. Сыграли в жука. Второго сейчас притяну. Сыграли во второго. Под видео побольше, ага, отлично. Вторая пачка пойдет, вот я буду переагривать. Uh-huh. Это подойдет первому. Выходит вторая пачка. Все, забираю босс. Жуков быстро, он разъебывает. Второго уже сюда ведите. Бля, улучшение, сука. Прохилит, а, у меня схилы с мамишкой. Все, закопался босс. Слит у тебя откатилась? Все, отлично. А, на друиде. Готовься дать на друида. Скоробея вдолбим, скиллов обязательно снимаем. Уронил сферу. Хорошо, воды ждем. Следующий коба дает. Коба у тебя откатилась, я надеюсь? Нет. Давай, я дам, стой спокойно. Хорошо, воду хожди, вот тебе, дадут тебе. Стой, не очкуй. Оба, у тебя много еще когда? 15 секунд. Ну нахуя ты зашел, ну блять. Я же говорю, не очкуй, боб на тебе. Ну Коба, смотри, если успеваешь, кинешь на себя. Впритык. Давай, нет, не успею, точно. Давай, ну блять, прожмись что-нибудь, 50 на 50.
Я не знаю. Успел, блядь, но я далеко от лужи. Все нормально, он сейчас вылезет уже. Добегать на лужу? Да, добегает, все нормально, вылезет. Скоробеев сводите кучку. Убить надо скоробеев точно. Убейте их. Чтобы их не было. Сейчас мобы вылезут большие. Вылезли большие мобы. Где он? Сейчас подойдет. Ждем, ждем, ждем. Все, поехали мобы. Метку поставил. И второго сразу. Поехали во втором, мама. Блять, бог проебал, блин, Владюха, пиздец. Все, сейчас без ботов. Сейчас забегаем на лужи, никто не ждет ничего. Можно будет разбить даже все лужи, чтобы людям было комфортно. Вышли мобы. Контроль скиньте. Сейчас буду переагривать. Забрал босс. И провожайте меня кто-нибудь, Хилли Пал, например. Видите второго уже, видите? Можем к нему пойти. Ну, идите, дайте там ему стан. Я просто долго выходить буду. Смотри, что мне зарылось. Закопался, убивайте моба. Быстрее. Сейчас нужно забегать на сферы, не ждать ничего. На тебе локал. Бьем скоробея все остальные, не ждем ничего. Скоробея должен минимум оставаться. Следующую цель сейчас поменяю. Кент на тебе, забеги за лужу, чтобы между тобой боссом была лужа. Отлично, следующая сейчас цель. Коба на тебя. Последняя сверка вон та осталась. Все, да, в начало убегаю, все, там сверка лежит. Первый тролль на тебя, на мне, бегу, бегу. Убегите все в воду, кроме тролля. Бегите в воду, да. 8 секунд. 7. Все, воды ждем, сейчас вылезет. Ой, там, он отлично, если что, походить. Он не убьет, уже 2 секунды вылезет сейчас. Вылезет босс, первую пачку убиваем, как обычно. Вылез босс, сводим скоробеев, заливайте по дороге, побежите. Убейте, убейте, это шутка. Нормально. Сейчас вылезет. Все, мобы вышли. Так же, как обычно. Заливаемся. Стан, да, шкоба в моба? Который сейчас под боссом. Заливаем моба. Стан? Отлично. Еле успел, пиздец. Второго подтягиваем, убиваем второго. Давайте. И любой стан, роги скиньте в него, когда он будет закапываться. Слышите? Я сдох. БР есть? БР? Сразу там прожмись. Защита. Прохилить. Я ромб, да, контролю? Защитные способности. Владюха, плащ теней, где? Да, ты ромб. Отдал. Молодец. Не забываем контроли свои. Сейчас развалится люди. Метки поднимайте. Контроль. Если можно, немножко отведи от мобов. Ой, да, мясо. Веду немножко. Да, отлично, все, все, все. Хорошо, хватит. Вторая пачка обязательно выйдет. Держите рейд. Кто может, прохиливайтесь. Вышел моб с контроля. Хорошо, нахерял. Друг помер, блядь. Как он вышел? Там минута должна быть. Не знаю, задели чем-то. Ничего. Пробуйте добить. Давай, ты видишь, пацан, это реально. Потеем. Главное, метки поднимайте. Хэпал сдох. Сдох. Ну, пиздец, еле-еле такая сидя. Кто тут бесполезно поедет уже? Кто, сука, сбивает? Два не добили. Че, может, добить? 40 тысяч. А, добил. Добил? Блин. Да хуй знает. Два бабла нажать. 150 тысяч. Так уже, он я уже под баблом был. А, ну давайте сейчас. Я не знаю. Кто сбил, но жук меня съел. Мы видели. Постарайтесь массовыми не бить, если они у вас есть. Ты этот, фишай, хуй знает, побольше, держи рейд на побольше количество хп, типа там 30-40%, ближе к половине.
Потому что когда метка я прохиливаю, я еще и на метки пытаюсь накидывать нормально. Там метки. Метки оно больше типа шоком и быстрым восстановлением засейвится, а так там хоть чем поможешь. Только что общее количество хп рейда, чтобы было нормально. Именно больше омоложения, буйный рост, как всегда. Понятно, что сильно ебут, поэтому твоя задача, паладин, держать стаки первоочередная и танка. То есть частицу на танка и погнал стаки эти дебафы захиливать, а локал уже по рейду. Если у тебя есть время, помогай рейд хилить. Ты тоже этот самый, вот хэпал, когда хилишь, да, ты, вот у тебя частица на танке, если метки прохилили, допустим, и следующий еще не кинулись, там 3 секунды есть передохнуть, ты хиль того, у кого нет сейвов, ханта, через него хуярь, чтобы у него фулл хп было, или фишая того же хиль, чтобы у него фулл хп было, у меня и у него, даже когда метки нету. Потом, когда метка кинется, у тебя будет шанс, что уже на него кинулся, у него фулл хп. И ты вторую метку просто шоком и добиваешься там небес. Хант, поднажми, в 241-м левле ты даешь 5000, это супер мало. Давайте бафаемся и поехали. Ну и это, с бопом, если вам боб кидают, стойте, не двигайтесь, блядь. Тут скиллованные люди сидят. С бопом вообще нельзя на лужу заходить? Нельзя, ой, конечно. Боб кидается для того, чтобы ты постоял с бопом, потянул время. Босс минуту под землей, ты невосприимчивость у тебя от бопа. Твой, ты слишком много лишней информации ему даешь. Владюха, смотри, тебе дается боб, он висит определенное время. Как ты стоишь возле лужи с этим бопом, не заходя на нее. Смотришь на время, которое у тебя осталось до конца бопа. Чтобы было с львове, когда у тебя остается 3 секунды до конца боба, ты берешь и заходишь в лужу. Прям иди по луже до конца, чтобы шипы прям заехали в лужу. Все. А если боб еще много, вот-вот уже шипы у меня воткнутся, тогда я просто стою без лужи, да? Боб, потому да, что шипы смотри, не проблем. Смотри, пока ты находишься под бобом, тебя шипы могут бить, они тебе дамаг не наносят. В этом и суть, почему тебе их и дают. Все, то есть на тебе боб, тебя могут бить шипы, не бойся. Когда это за 3 секунды до конца боба, ты берешь и заходишь в лужу. Прям идешь по луже до конца лужи. Все, давайте травить, подходите к боссу, даю это время и поехали. Где-то, блядь, отчет ебаный. 5, 4, 3, 2, 1. Мы оба сейчас выйдем, летаемся. Мобы вышли. Залили моба. Метку поставим. Отлично. Моба играем. Ой, лужа лишняя упала, чем-то задели. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас вторая пачка выйдет, готовимся. Душу водить, я помню. Да, буду водить, готовься. Все забрал. Уже ведите второго. Пал, меня провожай. Или друль, да, друль, лучше друль. Он отходит, все закопался, готовимся. Выбирайте моба. Готовься, полипал. А, ну давайте прохилим немножко, не кидайте, он прожмет 50 на 50, похилите его. Держите. Да, ну поймешь, что тебя уже не прохилит, забегай. Касс и выдал охуенный. Оба не умри, на 4 стака. Лучше постой где-то рядом, я не знаю там. Посмотри, 5 стаков на тебе. Роль, не бей сферы, пожалуйста. Кто бьет сферы? Нахуя это бьет? Жука целес. Бо, будет? Я на лужу, на ком сейчас я не вижу. А, стоим, ждем. О, я, да? Сам, я сам себя дам. Все, не кидайте ему никто. На холипале боб есть, следующий холипал дает. Постарайтесь дальнюю завести. На меня боб. Сонки на тебе, холипал тебе да-да-да. Даст. Да-да-да. Бьем с корабля. 9 стаков на мне, ебать. Кто-то еще бьет?
Хильте сильно. Убейте босса. Скоробеев убейте, но там мало стаков. На всех, кроме меня, блин, на мне. Мы сейчас мобы готовим все большие. Вышли мобы. Подтягивай, подожди. Это пиздец. Мобы. У СС не было? Я отстрел. А сейчас уже был. Ну пиздец еще. Да, без друида хуй знает, что делать. Только все без вариков даже. Тебя моб убил, что ли? Да, он просто в меня влетел и нанес несколько ударов. Все, и съел меня. Моб или босс? Или жук? Всегда... Жук. Жук. Ну, это как бы без ардруга захилился фазу. Ой, бля, нахуя постойки умираете? Нет смысла. Ты, ну, тут на ардру всегда такая тема. У тебя из-за того, что ход так много, ты первый генерируешь игру. Тебе нужно держаться подальше. Ну, я увидел, что он на меня бежит, я как раз бежал параллельно боссу, чтобы близко к танку, чтобы вот он перехватил. Ему. Но он просто не перехватил, не успел, видимо. Вы смотрите, ну, я, во-первых, не беру этих жуков, потому что у меня, блядь, еще и эти стакают. А этот, кто он? Просто посмотрите дома, кто сколько бьет по жукам. У них 40 тысяч хп, блядь. Вы, можно я пока влезу? Вы их должны бить очень сильно и быстро. Знаешь, что локал на дружке? Прям, когда на жуках, не кидай на всех ход. Кидай ходки на тех, кого реально дамажат, и все. На тебя сильно агриться не будут. Вот на ком жуки сидят, вот на тех ходки просто кидай. Вот когда у них хп съедает, и все. Самый оптимальный вариант. Да, нет, я стараюсь так понятно, делать. Я понял, я видел. Это понятно, я о другом, то что я бежал специально параллельно лужи, чтобы не замедляться, чтобы успеть подвести его прям четко к танку. Просто милишники какие-нибудь или лок, ты смотри, что если видишь, что бегут за хилом, ты просто с пылом переагри, и он сразу в тебя побежит. Посмотрите, знаешь что, ты дома, просто блин. Если на тебе жуки, ты просто говори, снимите с меня жуков. На мне когда два-три жука бегают даже один если бегает, я все равно об этом говорю. Потому что нас с тобой настапают. Спать любят. Какие три жука? Но все равно. Я об этом говорю, но просто у меня, видимо, пролагивает. Ничего страшного. Есть же у кого бокафласка? Куплю. Я сейчас привезу бокафласки, тихо. Давай. Короче, вы пока привозите, но я вот как по рекаунту посмотрел, я бы сказал двум рогам, блядь, и шаману по жукам играть больше. 50-40 тысяч это хуйня, там остальные по 170 бьют, по 120. Просто два роги больше по жукам, шаманам, хуярьте. Тогда жуки будут быстрее умирать. Тыкну шаман. Просто каждый ёбнет по жуку, и он умер даже ну, так. Там, у них там 40 тысяч хп, блядь, вообще хуйня, блядь. Они, если ты их до конца не добил, переходят в геру, у них становится сотка хп, и они на фул отхиливаются. Угу. Потому что чем, блядь, 100 тысяч сносить, лучше снесите сразу. Жуки это такая хуйня, их надо сносить, блядь, как без варик. Хант может не сбивать сферы, например. Да я промахнулся. А, две да, штуки, что ли? Хант? Да, хант, я бегал, тап хант, нажимал и... Да не тапы вообще ты, здесь. Ты перестань тап нажимать. Ну да, вот, да. Хант и Женя, вы перестаньте сферы бить. Бля, я, наверное, мором бью, сорян, постараюсь еще не ты, да, ты все мором бьешь, потому что ты прям бьешь конкретно. Ну давайте еще, блядь, ошибки, все. Сейчас, блядь, разобьем. Так, а кто фласки кто-то привозил же? Сколько там голды? 300. Кому еще? Спасибо. Пока фласка нужна кому? А масла нет на грудак? А вот последнее осталось. Не надо. Это, там видишь один стак только. Бери голду. А, все, окей, спасибо. Так, все, все готовы? Эти фласочки и погнали. А чё, сразу с пула не судьба помазать, да? Купить там масло себе. Я помазал? Нет, я... Первый тролль без фласки. Кончилось. Подожди, на Кенди вести этот... А, нет, всё. Всё, выпил. Всё, подходим. На Кенди, походу, забагалось или чё? Меня показывает, что на нём божественное вмешательство висит. Похуй. Это забагалось. Время.
5, 4, 3, 2, 1. Ебать. Мобы вышли. Заливаю мобы. Блядь, потяни, потяни. Все, заливаю мобы. Ну, видишь, стан дает как раз в тайминг, блядь. Ну, не обязательно стан давать, когда он на луже. Ну, размораживай. Я имею в виду, босс мне дает стан. О, жуку. Все, заливаем жука. Это привычка ебаная этот мор кидать. Скоро вторая пачка выйдет, пытаемся. Вышла вторая пачка, сейчас буду переагривать, пытаемся. Разагривайте второго, видите сразу. Киньте что-то в него. Сейчас закопаю. Закопался, да. Готовимся. С тебя не будет? Можешь остаться там грипнуть сверху себя? Я это прохиливать, готовьтесь. Там, сделаю, сделаю со сферой. Шепард, кинете ему полипал. Жди, стой. У прожимочка. Все, стой, ждешь. Следующий коба кидай. Сбил здесь сферу у воды. Забегаю. Энд, беги к воде, тебе даст куба. Боб, ждешь. Сливаем скоробеев, не забываем. А роги сейчас. Роги? Ну да, да, шепард кидаем. С этой стороны я единственный бью скоробеев. Не помню вообще. На мне БР дашь, шепард? Как ты умер, я хуй знаю. Убегайте от шипов, сейчас шипы через... Встал, я не отношу. Дашь мне боб? А, все будет. Его бэрить? Да, бэрить, конечно. С урон вообще впритык. Хорошо дамажит. Бьем босса, сейчас выйдут мобы. Готовимся. Мобы. Все, вышли мобы. Заехали мобы. Разморозьте. Размораживайте. Сейчас дотянусь, притяну. Все. Это притащу моба. Переагри. Две моба. Что он доступ на ПП? Да хуя еще, обливаемся посильнее. Скоро вторая пачка выйдет. Роги киньте, потом хотя бы каску. Закопается мусс. Вторая пачка. Не, ну, не, ну. Забираю босса. Угу. Цепил второго. Давай. Все, закопался. Нету больше бобов, поэтому забегаем. У меня есть боб. А, скинешь тогда. На ком сейчас? На Кенди. Да, кто будет... скинет? Стой спокойно, ой, я здесь скину. Все, снимаю очку. Тебе скинут, жди. Не забываем про скоробея. Кен, забегай быстрее, беги до Таталу. Уходи. Ой, прожмешься? А, Владуха, на тебе. Все, забегай в лужу. Забегай в лужу, не жди. Бегу. Все отошли от Владухи, на шипы не сядьте. Я в лужу. Есть сферу сбить, а все кончились. Угу. Ну, в конец убегай. А вон одна есть, беги. Я забегаю? Я забегаю на лужу. На минимум поменялось. Убиваем скоробеев активно. Последнего бразилец может дать, Боб. Последнего. Максимально далеко. На кого будет? На меня. Че, кто может дать? Бразилец может дать. А, все в порядке. Все, первую пачку также убиваем. Стан, блядь, забери босса. Всему нахуй. Жуков потом тебе называют. Сечок, оба с тебя стан.
Когда будет закапывал. Все, поехали уже. Что, лужа так-то есть, он над нами. Разобьет? Убивай. Разобьешь, мне? Все отлично. Тогда стан не надо. Второго подтяну, наверное. Если он кто-нибудь урон даст. Види, уже не. Подтянул, забирай. Давайте. Этот убьем. Самый стан ему, ага. То переводите, добьем. Давайте. Моба, мне моба добивайте, переводим. Геру давайте. Все, босса максимум вливаем. Стянешь, как увидишь, мало хп останется. Угу. Монки, твой первый на румбе. Хорошо. Прожимайте защитные способности, если они у вас есть. Не ждите. Чудо какого-то. Выше мог какой-то пришел к нам. Не бейте массами, чтобы не сбить контроль. Вышли мобы еще, кто контроль? Пиздец. Все, ок. Все, бьем, бьем, бьем. Прожимайте, у кого есть защитки, не забывайте. Фласки выпейте. Ферните, ферните в мели. Спасибо. Теперь свободно, отлично. Держите, кто если формован, но вы на нем всегда. У меня нихуя нету. 4%, все, что можете, скидывайте. Добиваем, давайте, давайте. Я давайте. Дал стану нормально, если чувствую ничего. Давай, все отлично, ну все. Пиздец. Ну все, можно идти на... О, топор! Топор Энху. Пароль типа? Топор Роги. Подожди. А чем отличается героический и обычный? А, уроном. Там статы выше тоже. Ну, парашка. Порольте сферу. Ну, в первом рейде мы, конечно, мобов вообще там уносили, ебать. Там, по-моему, контроль уже даже не надо кидать. Пока мы второй бежит, уже первый умирает. Топор, да, охуенный. Ну, смотрите, первый тролль, Владуха, вам нужно подтягиваться, ДПС очень мало даете для МК, этого мало. А вот сейчас ты 4 выбью и все. В своем левле должны давать больше. Нужна кому-то тоска? Я-то думал, ты будешь делать слепой ролл всему рейду, а не те, кто лишние. В итоге вышла такая хуйня, что типа все сильные и нужные остались первым, лишние плюс бомжи пошли во втором. Ну как бы да, я набираю по классовым навыкам, или ты предлагаешь... Ну, надо слепой ролл тогда всем делать, чтобы справедливо было. Типа всем ДДшникам, всем хилам? Ну вообще всем, да, чтобы... По рейдам равномерно что распределились. Хорошо, давай сделаем так в следующий раз. Я просто а че не так? Хуй знает, все заебись, мне похуй. Да, я тоже думаю, блять, на первом трае вообще войд затупил. Первый рейд сильнее был. Где я затупил? Так. Да ты, блядь, два раза затаунтил. А потом, короче, о. Еще, когда этот локал умер, тоже затупил. Я понял, почему ты затупил. Короче, то, что Слава не сменил стойку, а ты испугался то, что этот, как его, блядь, Ануб, короче, с тебя сорвали, ты его перетаунтил и не успел моба, короче, затаунтить. То бишь, типа, и друид умер из-за этого. Спасибо, всем пока. Он у меня, по крайней мере, справа был. Я поехал. Спасибо. А мне казалось, его вообще жук убил, блядь. Рольте, трофей кто одевать будет? Нужен кому-то одевать будет? Тебе сколько нужно лоб? Т4, потому что у меня только 2 Т4, я 4 Т9 взял. Сколько Т9? Все ему нравится. А куда их пристроить? Тебе все, мне 4 надо. Пускай друид, конечно. Оденет все 45-м. Т9.2, да. Которые нужны были, я зарулил, лишний ролить не буду. У меня было 3 Т9 просто и 2 Т4, я поэтому взял себе четвертый кусок Т9, пока не будет 4 Т4. Ну да, оптимально, не спорю. Отслит на ролял, то есть сфера. Бать, тупо сферы выбил, получается. Запы. Топор пароль ты доручный?